решать и делать задание письменно-устно. Всем до свидания, но почему грустно? Последний звонок, не надо бежать на урок, примеры решать и делать задание письменно-устно. Всем до свидания, но почему грустно? Наш лайнер летит стремительно вперед. С высоты полета мы можем разглядеть все уголки нашего необъятного школьного континента. Давайте попробуем заглянуть в каждый его уголок, который оставил в душе наших выпускников свой неизгладимый след, научил многому, а главное, научил поверить в себя и выбрать в жизни цель и к ней стремиться. Важную роль при выборе правильного маршрута занимают наши уважаемые учителя. Дорогие наши учителя, сегодня мы навсегда прощаемся со школьной жизнью. Мы не будем больше входить в наши классы, видеть ваши родные лица. И в этот торжественный и важный момент нашей жизни мы хотим сказать каждому из вас хотя бы несколько слов, которые могли бы выразить нашу признательность и благодарность. Наталья Александровна и Светлана Ивановна, мы русские люди, но говорить по-русски нас учили вы. Математика – царица наук. Благодаря правлению Ирины Николаевны, Светланы Сергеевны, Галины Алексеевны, Зинаиды Николаевны, Екатерины Викторовны, мы знаем таблицу умножения, и что дважды два будет точно четыре. Таисия Евгеньевна и Сергей Валерьевич, вы научили нас входить в систему и находить нужный путь в информационном мире. Любовь Владимировна и Петр Александрович, благодаря вам мы можем трезво оценивать ситуацию, сравнивать настоящее с прошлым. Ольга Михайловна, ваши творческие уроки, глубокое знание предмета помогут нам не перепутать север-юг и знать, что в Антарктиде жирафы не водятся.
Наталья Александровна и Людмила Николаевна, именно вы создали из стоящих здесь выпускников Homo sapiens, человека разумного. Людмила Анатольевна и Вера Ивановна, вы научили нас выражать мысли и настроения музыкой и рисунками, творить и самовыражаться. Сергей Валерьевич, мы теперь точно знаем, что сила притяжения между нами и школой существует. Наталья Александровна, вы научили нас видеть невидимое, слышать неслышимое и разбираться в самих себе. Марина Игоревна и Сергей Викторович, ваши уроки для нас всегда праздник. Красота, грация, выносливость – это все ваших рук дело. Елена Михайловна, Елена Павловна и Оксана Евгеньевна, вы за нас не переживайте. В любой стране мы сможем объяснить, куда нам надо и что нам надо. Быть спокойными, бесконфликтными, жизнерадостными нас учили педагог-психолог Октябрина Владимировна, социальный педагог Яна Владимировна и Татьяна Ивановна. Ольга Петровна, наше общение с вами по средам и понедельникам превращалось в маленький праздник. Спасибо Галине Ивановне, которая мгновенно находила нужную литературу. Надо бы научиться так ориентироваться в наших конспектах. Спасибо Елене Анатольевне и Елене Алексеевне, что заботливо следили за нашим здоровьем, ставили все необходимые прививки и давали освобождение, когда нам это было очень нужно. Спасибо техническому персоналу, которые, балансируя между бегающими учениками, умудрялись подметать и мыть, не задевая никого. Спасибо работникам буфета за кашу, пирожки и чай. Спасибо доблестным охранникам нашей школы за бдительность, проявленную при исполнении служебных обязанностей. Цветы учителям и работникам школы! Спасибо вам за истинные простые. Спасибо.
что для нас определили в мир знаний восхитительный маршрут. Учителя для нас, мы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко, успеха, радости, любви. Учеников веселое сословие, мечтаем, чтобы вечно жили вы. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Учителя для нас, мы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил благополучную посадку в аэропорту города Солнечный. Здесь живут люди, излучающие тепло сердец и заботу, склонные к раздумьям и переживаниям. Именно в этом городе дети делают первый шаг и впервые произносят «мама», а может быть «папа». Солнечный город, куда бы ни забросила вас жизнь, помните, здесь всегда вас ждут с нетерпением. Благодарим родителей любимых за нервы их потраченные нами, что не всегда мы понимали сразу, что их не слушали, признаем сами. Благодарим родителей за веру в нас, что мы сильны, и сами мы поверили в себя, с учебой справиться смогли. Благодарим родителей любимых, что не жалели ничего, и дарим низкий вам поклон, ведь есть за что. Да, всегда грустно расставаться с тем, что стало родным и близким. И последний звонок, который сейчас прозвучит, отделит вас от детства и возвестит о начале вашего взрослого пути. Веселый и грустный последний звонок, звени же над прошлым и настоящим, звени же над детством вдаль уходящим. Печальный, прощальный, последний звонок. Право дать последний звонок предоставляется ученику 11 класса Шулье Максиму и ученице 1 А класса Мишиной Анастасии. Ребята!
Душистая белая вьюга кружится опять над землей. Последняя встреча, последний экзамен, и в школе последний звонок. И веселая юность прощается с нами в преддверии дальних дорог. Звенит, звенит звонок, звенит для нас. Звенит звонок в последний раз. Звенит, звенит звонок, звенит для нас. Звенит, звенит звонок в последний раз. И гостей. Просим пройти на площадку ожидания для дальнейшего следования по маршруту. Удачи и побед! Ура! Давайте всем классом, где класс?